он будет играть, знаете. Леш, когда будешь играть? Уже проходит третий сбор. Сейчас главное набрать до конца оптимальную форму, подправить чуть-чуть взаимодействие, а там уже игра покажет. Играют большие профессионалы, и поэтому ничего сложного, если что, в любой момент подскажут, помогут. Удобно играть как в защите, так и в опорной зоне, поэтому проблем нет, какую тактику выберет тренер, там постараюсь играть как надо. Себя ни на кой вариантов играет аккуратно. Через Станислава Макиева звучит сердце главного арбитра. Позади счет 2-0 впереди Локомотив. Проблем с физическим состоянием все меньше и меньше. Осталось подправить кое-какие моменты, может, в концовке чуть-чуть. И а так команда выглядит достойно, считаю. Сам, да, да, да.